Вечером 30 августа в квартире жилого дома по заводскому переулку Красного холма произошел хлопок бытового газа. Сильным ударом обрушила стену соседней квартиры. Тяжелые травмы получила хозяйка этой квартиры, 50-летняя женщина. Не приходя в сознание, пострадавшая скончалась в больнице. При поступлении сообщения о происшествии сотрудниками Следственного комитета, МЧС и полиции был осуществлен выезд на место, проведен осмотр. В рамках расследование уголовного дела продолжают проводиться необходимые следственные действия, направленные на установление точной причины очага хлопка газа. Назначаются необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Краснохолмским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Региональным следственным комитетом по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего руководителя строительной компании «Вокстрой» Вартана Аваханяна, подозреваемого в сдаче взятки должностному лицу в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемый с посредником за содействие в прекращении уголовного дела передал сотруднику полиции, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, 1 миллион 650 тысяч рублей. Сразу после передачи взятки подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ России по Тверской области. В отношении Аваханяна избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. По 20 октября включительно. Расследование продолжается.